Я думаю, что в истории не только краеведения, но в истории вот этого края, в истории, наверное, сердец людей, которые присутствовали здесь, в истории руководителей, которые здесь были, в их памяти это событие останется навсегда. Потому что сегодня возрожден не просто храм, чудесный храм, который будет напоминать именем Николая, а Николая угодники. Храм очень теплый получился, очень такой гостеприимный. Все действительно сделано с любовью, со вкусом. Но главное, наверное, даже не это, а то, что посвященный царским страстотерпцам, царским мученикам, храм лишний раз нас заставляет задумываться о самых близких, о своей семье, о любви, о детях. Это, пожалуй, самое главное.